При входе на торжественное мероприятие всех причастных к празднику встречали воспитанники детского сада номер 9 «Солнышко». Основную часть зала заняли сотрудники строительных компаний, работающих на территории Ленинского района. Показанный видеоролик рассказал о высоких достижениях строительного сектора, а затем слово взял глава муниципалитета Валерий Венцель. Все те объекты, которые у нас сейчас уже введены в эксплуатацию, которые эксплуатируются, и детские сады, и школы, очистные сооружения, и школы искусств, и поликлинические комплексы, это действительно достойные объекты, которые не стыдно показать, вот как мы видели на ролике, и министрам федерального уровня, и образования, и не стыдно в первую очередь перед нашими жителями. В первую очередь Валерий Николаевич поздравил ветеранов строительного комплекса, без которых не было бы сейчас того Видновского края, который мы знаем. Затем памятные подарки получили все отличившиеся работники строительной сферы. Также всех присутствующих поздравил депутат Московской областной думы Владимир Жук. По его словам, развитие Подмосковья невозможно без строительства новых объектов. У нас делается очень много, сотни проектов реализуются в самых различных муниципалитетах, территориях. Это и дороги, путепроводы, социальные объекты, культурные объекты, объекты инфраструктуры, детские сады, школы и так далее, и так далее. Как известно, Ленинский район – один из самых активно развивающихся муниципалитетов Подмосковья. И дело не только в возведении нового жилья. Главное – это создание условий для комфортной жизни. За последние 5 лет в районе построено 13 детских садов, 7 школ, 3 дошкольных отделения, множество объектов спорта, здравоохранения и культуры. И на этом возведение соцобъектов не заканчивается. Своими руками, своими действиями, своими мыслями, своим опытом вы фактически создаете наш город, наше поселение, наш район. И я от всей души хочу пожелать вам неиссякаемой энергии, созидательной энергии и творческих успехов во благо нашего родного Видновского края. Результаты труда строителей видны невооруженным глазом. А значит, все реализованные проекты внесут свою лепту в развитие Ленинского района и много лет будут служить будущим поколениям жителей. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.